Мне хочется вам рассказать о следующем. Что такое информация? Что такое знание? И что такое мудрость? Так вот, информация – это то, что донесли до нас органы чувств. Они принесли нам соответствующую информацию о том, о сём, об окружающем. Когда мы используем эту информацию в своих целях и получаем нужный результат, то информация превращается в знание. То есть мы можем эту информацию использовать для достижения тех или иных своих целей. Это уже знание, то есть это более высокая ступень. И, наконец-таки, предвидение того, как можно эту информацию использовать в течение продолжительного времени для того, чтобы получить тот или иной результат вам нужный. И при этом избежать ошибок, ложных путей, заблуждений, а вот знаете, вот пройти по этому пути и получить уже не маленькое какое-то там достижение, а такое, значит, капитальное, будем говорить, итог вашей жизни, будем так сказать. А вот это уже называется мудрость. Умение так воспользоваться своим знанием, умением, информацией окружающей для того, чтобы сложить свою жизнь так, как вы хотите, и достичь каких-то конкретных результатов. Но если взять мой собственный пример, у меня такие какие-то результаты небольшие, но тем не менее для нашей человеческой жизни вполне нормально, и для нашего общества, в котором я сейчас живу, вполне нормально. Вот этим я хотел с вами поделиться. Информация – это чувство приносит. Знание – это как использовать эту информацию для той или иной выгоды. И в конце концов, мудрость. Как это все пронести, знаете, так по жизни, не растеряв, а собрал. Вот это уже мудрость.